Только объединив усилия, мы сможем преодолеть эту сложную ситуацию. Мы проходили с вами непростой период взаимоотношений, когда раскалывали наше общество в 2014-2015 году. Сегодня другие вызовы, но тем не менее принципы, которыми мы должны руководствоваться, одни и те же. Сегодня только объединив усилия и вырабатывая гармоничные, нужные решения, мы сможем успешно преодолеть эту ситуацию, в которую погрузился и Мелитополь, и наша страна. Я верю в Мелитополь. Я верю в мелитопольцев, я верю в то, что вместе мы преодолеем этот сложный период в нашей жизни.